ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры, в эфире программа, посвященная теме Единобожия. У нас в гостях Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Курбан, так как исследования наши, они довольно-таки специфические, скажем так, чуть-чуть сложноватые, я думаю, не стоит мне сейчас вкратце озвучивать, что было. Можете, пожалуйста, напомнить, что было, и продолжить свое исследование. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую наших телезрителей. Вы сказали, у нас обсуждение специфическое, я вспомнил одну очень интересную историю, один очень интересный факт. Как-то один из представителей и последователей Ибн Таймии, Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, в общем, в разговоре упомянул о том, что мы, последователи Ахль-Бейт, алейхим салату вассалам, не уделяем никакого внимания единобожию. То есть мы на самом деле единобожием не занимаемся, и все наши заботы, все наши обсуждения касаются каких-то посторонних вещей, а единобожие мы как-то оставили в стороне и, в общем-то, как-то относимся халатно к этому. Я ему сказал, что ну как же, вот я, например, лично я, как последователь непорочного семейства, у меня есть целые уроки, где я разъясняю, объясняю про единобожие. Я на тот момент преподавал данную тему. Он сказал, нет, ну как, это же... Какое это имеет вообще отношение к единобожию, то, что вы там обсуждаете? Вы какие-то там философствуете, рассуждаете о чем-то. Ну, если мы обратимся к их же трудам, да, то есть как они рассматривают. Я, например, как-то столкнулся с лекцией, где обсуждалось единобожие. Это были последователи вот этих нехороших людей. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и ибн Таймии. С чем я столкнулся? Я увидел, что там говорят о пальцах, о ногтях, о волосах, об ушах. То есть специфичность, то есть вот она. То есть терминологии там владеть не надо было особо, чтобы понимать, о чем идет речь. Ну, мало того, что, да, мало того, что каких-то углубленных каких-то обсуждений там не было, так я, помимо этого, ничего близкого к единобожию не было. Это была какая-то, прошу прощения, анатомия. Ага. Да, то есть это специфичность, вот с чем как бы может ассоциироваться у меня специфичность обсуждения единобожия. Но в любом случае, да, обсуждая, это как бы немножко... Без воспоминаний. Да. Обсуждая, продолжая обсуждать нашу тему, мы говорили о доказательствах Бога и привели одно из доказательств Бога, которое названо было Иммануилом Кантом, онтологическим доказательством, ну и позже оно уже известно стало именно как онтологическое доказательство, хотя какое-то время оно было известно как доказательство Ансельма, Рене Декарта и так далее, ну, имело разные названия, но в итоге осталось в истории так, как назвал это доказательство критик этого доказательства Иммануил Кант. Доказательство, как мы уже сказали, упомянули, заключается в том, что необходимое бытие или существует, или не существует. Это первая посылка у нас была. Далее мы говорим, что если он не существует, то он должен быть или возможным бытием, или невозможным бытием. Потому что именно эти две категории могут не существовать. А необходимое бытие должно существовать. Но так как изначально мы говорили о необходимом бытие, не о возможном и не о невозможном, а о необходимом говорили, то, соответственно, эти выводы отпадают, эти следствия мы откидываем, и остается единственно верный вариант, что необходимое бытие существует, потому что в первой посылке мы всего два варианта имеем, согласно закону, исключенного третьего.
или существует, или не существует. Третьего быть не может. Третьего здесь невозможно. И мы начали обсуждение критики, которая была упомянута Иммануилом Кантом в книге «Критика чистого разума». Итак, он говорил, что мы имеем некое понятие необходимости, абсолютной необходимости бытия. И он говорил о том, что мы не знаем, что входит в это понятие, что оно из себя представляет. То есть, что значит необходимое бытие. Он говорил о том, что это непонятное для меня явление, непонятное явление. Потому что мы не знаем, что является причиной необходимости, что имеется в этом понятии такого, что в него такого входит. Если хотите, в понятие Бога, если мыслить как Иммануил Кант, то мы чуть изменим слово «необходимое бытие», изменим его на Бог, на Бога. Мы говорим, что в Боге такого, что оно становится необходимым. Что в нем такого есть, что он есть необходимое, абсолютно необходимое бытие. Он говорит, само понятие нам этого не разъясняет. Далее приводятся примеры, которые якобы предназначены для того, чтобы разъяснить данный вопрос, пролить свет на это. Например, говорят, что если треугольник, необходимо обладать тремя углами. Здесь есть абсолютная необходимость. 2х2 – 4, 2х2 – 2х2 необходимо равно 4. Не может быть равен 5, 6, 10 и так далее. Это все необходимое. Он говорит, эти примеры приводит, и создается впечатление, создается ощущение, что необходимость, абсолютная необходимость прояснилась. Но говорит, ведь есть разница между этими вещами, между этим доказательством, той необходимостью, которую мы приписываем Богу, и той необходимостью, которая имеется в этих примерах, потому что там имеется необходимость в бытии, а здесь необходимость в существовании, прошу прощения, необходимость в суждении, то есть это и есть необходимость суждения. То есть когда мы говорим, треугольник необходимо должен обладать тремя углами, это означает, что если есть треугольник, то он должен обладать тремя углами. Если есть две двойки, то это должно быть 4. Но говорит, в нашем примере все иначе. Почему? Потому что мы говорим, что мы говорим о том, есть ли сам Бог или его нету, есть ли необходимое бытие или его нету. Мы не говорим о том, что если Бог есть и в него входит понятие необходимости, необходимости бытия, то он есть. Мы не об этом говорим. Конечно же, он говорит, если Бог существует, если Бог есть, если необходимое бытие существует, то он является необходимым. Но мы говорим о совсем другом. Мы говорим о том, есть ли вообще необходимое бытие. Это два разных момента. И мы на этом остановились. Мы это разъяснили на прошлой встрече. В прошлый раз мы это разобрали, объяснили на примерах. Это было короткое повторение. И далее он эту тему более раскрывает. Какое-то время мы ничего нового от него не услышим. Потом он, конечно, прибавит и приведет новые факты, новые доказательства. Итак, он читает дальше. Он говорит, если в тождественном суждении, тождественное суждение мы разъясняли, мы говорили, что если предикат входит в состав субъекта, то это считается тождественным суждением. И, конечно же, если в понятие Бога входит понятие необходимости, то Бог необходим является, естественно, тождественным суждением. Итак, он говорит, если в тождественном суждении я отвергаю предикат, сохраняю субъект, если я, например, предполагаю, что Бог существует, и при этом в понятие Бога я также вношу необходимость, то при условии сохранения Бога я должен также и верить в наличие предиката, то, что он необходим. Угу.
И если произойдет иначе, то есть если я сохраню субъект, а предикат буду отрицать в тождественном суждении, то возникает противоречие. То есть я приведу более простой пример, чтобы было еще яснее. Если говорим, человек является человеком, это тождественное суждение, вне всякого сомнения. Оно является полезным, неполезным, оно доносит до нас какую-то новую информацию или нет, речь не об этом. По сути, с логической точки зрения, это тождественное суждение. Но он говорит, если я сохраняю субъект, то есть человека, и при этом отрицаю предикат, которым также является человек, то это противоречие. А если нет, если я отрицаю и субъект вместе с предикатом, то никаких противоречий здесь не возникает. Таким образом, если в тождественном суждении отвергаю предикат и сохраняю субъект, то возникает противоречие. Поэтому я говорю, что в тождественном суждении предикат необходимо присущ субъекту. Что здесь есть необходимость суждения. Суждение здесь необходимо. Как, например, с треугольником. Он говорит, здесь есть необходимость суждения, но не бытия. Предикат необходимо присущ субъекту, но если я отвергаю сам субъект, то есть если я отвергаю субъект вместе с предикатом, то никакого противоречия не возникает. То противоречия не возникает. Так как не остается уже ничего, чему что-то могло бы противоречить. Потому что субъекта нету. Нет субъекта, то и нету, соответственно, предиката. Отсутствие предиката ничему здесь в данном случае не противоречит. И приводит пример с треугольником. Полагать треугольник и в то же время отрицать в нем треугольника является противоречием. Противоречиво. Но отрицание треугольника вместе с его тремя углами не заключает в себе никакого противоречия. Если мы скажем, что нет треугольника, то и не будет трех углов. Какие здесь противоречия может быть? Никакого противоречия здесь нет. То же самое относится и к понятию абсолютно необходимой сущности, абсолютно необходимого бытия. Если вы отвергаете ее существование, которое является, входит в содержание абсолютно необходимого бытия, если вы отвергаете, то вы отвергаете саму эту вещь вместе со всеми ее предикатами. То есть вы говорите, Бога нету, то значит и всего того, что входит в понятие Бога, не существует. Ну а если наоборот вы Бога сохраните, и какое-либо понятие, которое входит в понятие Бога, будет отрицать, это будет противоречие. А если вы отвергнете самого Бога полностью со всеми его предикатами, то противоречия нет. Он об этом и говорит. Что то же самое относится и к этому. Если вы отвергаете ее существование, существование абсолютно необходимой сущности, то вы отвергаете саму эту вещь со всеми, вместе со всеми ее предикатами. Он говорит, если я не верю в существование Бога, то, соответственно, как следствие, я не верю в существование всех его предикатов, всех понятий, которые входят в это понятие, в понятие Бога. Откуда же здесь может возникнуть противоречие? Он задается вопросом. Как может здесь быть противоречие? Если я сам субъект отрицаю, то откуда может возникнуть противоречие? Курбан, извиняюсь, мы прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в эфир. Мы вновь в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, прошу, продолжайте. Да, то есть он говорит, что если мы в тождественном суждении отрицаем предикат, сохраняя субъект, это противоречие, но если мы будем отрицать субъект вместе со всеми его предикатами, никаких противоречий нету. Почему? Потому что вовне нет ничего, чему бы это противоречило. Это мы уже разъяснили, в принципе, я быстро прочитаю, так как это все понятно, разъяснено, он все это разъясняет, просто раскрывает еще больше. Он говорит, вовне нет ничего. Если мы сохранили бы субъект и отрицали бы предикат, то вовне был бы субъект, которому противоречит отрицание предиката, потому что предикат входит в состав, в тождественном суждении входит в состав субъекта. А если мы отрицаем субъект, то что есть вовне такого, чему противоречило бы отрицание предиката? Нет уже субъекта, в состав которого входит предикат, дабы, отрицая предикат, мы приходили к противоречию. Вовне нет ничего, чему бы это противоречило, так как эта вещь не должна обладать внешней необходимостью. Если нет субъекта, то и нет предиката.
Вы сказали, то есть он говорит, вы говорите в онтологическом доказательстве, что Бог необходимое бытие, является необходимым бытием. Бог. Он говорит, да, если Бог есть. Если Бог есть, он это необходимое бытие, вне всякого сомнения. Если треугольник есть, то он должен обладать тремя углами. Но говорит, а если его нету? Ведь речь об этом. Ведь о том, есть ли Бог или нету. А если Бога нету, то является он, существует ли он, или является ли он необходимым сущим? Если его нету, то бытие его не необходимо. То и бытие не является. Самого бытия. Потому что его самого нету. Поэтому противоречия здесь не возникает. Какое противоречие здесь может возникнуть, когда субъекта нету, и мы отрицаем предикат, который входит в состав субъекта. Ничего, никаких противоречий не возникает. Вовне нет ничего, чему бы это противоречило, так как эта вещь не должна обладать внешней необходимостью. Потому что ее самой нету. Так как ее нету, так и предиката нету. Или же в примере с треугольником. Мы задаемся вопросом, необходимы ли три угла? Здесь вопрос, а есть треугольник или нет треугольник? Если есть треугольник, то, конечно же, необходимы три угла. А если нет треугольника, то необходимы ли три угла? Он говорит, эта вещь не должна обладать внешней необходимостью. Мы говорим, эта вещь не должна обладать тремя углами, потому что треугольника нету. Так если Бога нету, который является необходимо сущим, то значит и необходимого бытия нету. Вот как бы подход. Внутренне также ничего нет. И внутренне ничего нет. То есть чему бы это противоречило? То есть если бы у нас был субъект, и предикат входил бы в состав субъекта, то это было бы внутренним противоречием. В каком смысле? Мы говорим, Бог... Необходимость входит в состав Бога, понятие Бог, но при этом мы отрицаем необходимость, то есть что мы говорим? Говорим, что не входит в состав Бога. Это есть противоречие внутри самого Бога. То есть он и необходимое, и не необходимое бытие. Или же, например, с треугольником. Если мы говорим, что треугольник, то мы должны... также утверждать, что он обладает тремя углами. А если мы скажем, что он не обладает тремя углами, это будет внутреннее противоречие. Внутреннее противоречие, когда внутри самого этого предмета треугольника есть противоречие. Обладание тремя углами и не обладание тремя углами. Это и есть противоречие. Ни один здоровый ум этого не примет. Таким образом, ни внешнего противоречия нету, ни внутреннего противоречия нету. Внешнего нету, потому что внешне ничего нету. Нету Бога, нет треугольника, поэтому внешне нечему противоречить. А внутреннего нету, потому что, опять-таки... Нету того, в ком могли бы... Да, то есть нету субъекта самого, дабы мы и могли от него отнять этот предикат, и таким образом возникло бы противоречие в самом понятии, в самой дефиниции. Внутренне также ничего нет, чему бы это противоречило, так как отвергнув самую вещь, вы вместе с тем отвергли и все внутреннее в ней. То есть, так как мы, сказав, что треугольника нет, мы также сказали, что нету и трех углов, поэтому внутреннего противоречия не возникает. Он говорит, так как отвергнув самую вещь, вы вместе с тем отвергли все и все внутреннее в ней. Суждение, он далее продолжает эту же мысль, суждение Бог всемогущий есть суждение необходимости. Он говорит, это необходимое суждение. То есть, если есть Бог, то он должен быть всемогущим, он должен быть необходимо сущим. Это есть суждение необходимости. Полагая божество, то есть бесконечную сущность, то есть, когда вы говорите божество, вы подразумеваете, что в него входит понятие бесконечная сущность, необходимая сущность и так далее и тому подобное. Полагая божество, нельзя отрицать всемогущество, которое является составной частью и входит в понятие божества. Нельзя отрицать всемогущество, понятие которого тождественно с понятием божества. То есть здесь есть тождество. То, что мы говорим, что входит, предикат входит в состав субъекта, он выражается словом тождество. Здесь есть тождество. Поэтому он как бы говорит нам,
что вы путаете. Путаете необходимость суждения и необходимость бытия. Это две разные вещи. Как разница между ними, как между небом и землей. Если вы говорите о том, что Бог необходимо сущий, то есть Бог существует, например, да, и он говорит, что я согласен. Если мы полагаем наличие Бога, то мы должны полагать и его существование, его необходимость. Но это не будет необходимостью бытия Бога, это будет необходимостью суждения. Если есть субъект, то есть и предикат в тождественном суждении. Но речь-то, он говорит, в доказательстве Бога не о том. Речь о самом субъекте, а не о наличии субъект. Его проекта, о наличии его предиката при наличии самого субъекта. Он говорит, речь не об этом, вы путаете. У вас путаница произошла в голове. Вы запутались. Или хотите нас запутать. Считаете нас дурачками, которые не смогут разделить между собой эти два вопроса. Угу. Здесь есть или намеренная, или ненамеренная попытка запутать. Но если вы говорите, он далее продолжает, что Бога нет, то не дано ни всемогущества, ни какого-нибудь другого из его предикатов. Если нет Бога, то нет ни одного из его атрибутов, ни одного из его качеств, ни одного из его предикатов, которые являются его, вне зависимости от того, они входят в его состав или не входят в его состав. Вообще ничего нет. Все, что можно приписать ему, отсутствует. Все, что хотите приписать ему, также отсутствует. Но если вы говорите, что Бога нет, то не дано ни всемогущества, ни какого-нибудь другого из его предикатов, так как все они отвергаются вместе с субъектом. И в этой мысли нет ничего, ни малейшего противоречия. Это мы, в принципе, уже множество раз разъяснили. Итак, он подводит итог. Вы видите, что если отвергая предикат суждения вместе с субъектом, никогда не может возникнуть внутреннее противоречие, какого бы ни был предикат. Он говорит, какого бы ни был предикат, внутреннее противоречие никогда не возникает, если я отрицаю сам субъект. Для вас остается лишь один выход – утверждать, что есть субъекты, которые вовсе нельзя отрицать. То есть, чтобы доказать Бога, вы должны сказать, что есть сами субъекты, которые нельзя отрицать, нельзя говорить, что этих субъектов нет. То есть вы не можете говорить, что предикат нельзя отрицать. Вы должны сказать, что субъект нельзя отрицать, mm-hmm. чтобы доказать Бога. Это две разные вещи. Для вас остается лишь, то есть для тех, кто хочет доказать Бога, остается лишь один выход – утверждать, что есть субъекты, которые вовсе нельзя отрицать и которые, следовательно, должны оставаться, которые должны существовать, должны быть, не могут не быть. Вот каково должно быть доказательство. Однако это было бы равносильно утверждению, что есть, безусловно, необходимые субъекты, а между тем правильность именно этого предположения я и подверг сомнению. И возможность его вы собирались доказать. То есть попытка доказать, что есть субъекты, которые должны быть, не предикаты, а сами субъекты должны быть и не могут не быть, это и был ключевой вопрос. Это был ключевой вопрос, и именно это он подверг сомнению. Да? То есть он говорит, что между тем правильность именно этого предположения я и подверг сомнению. Mm-hmm. И возможность его вы собирались доказать, вы это хотели доказать. Действительно, я не могу составить себе ни малейшего понятия о вещи, которая в случае отрицания ее вместе со всеми ее предикатами оставила бы за собой противоречие. Он говорит, невозможно себе представить субъект, отсутствие которого могло бы составить себе противоречие. Я могу представить себе, когда отсутствие предиката при наличии субъекта является противоречием, но когда вообще субъект отсутствует, он говорит, какое здесь противоречие, невозможно себе представить подобного. А кроме противоречия, я, исходя из одних лишь чистых априорных понятий, не имею никакого иного признака невозможности. То есть, иначе я понять, почему вещь является невозможной, то есть необходимой, и невозможно его несуществование,
чисто из априорных каких-то знаний, я себе это не могу представить. То есть я не могу согласиться на это чисто из априорных предположений. Опять-таки априорный, он имеет в виду столкновение с какими-то, то есть до столкновения с какими-то предметами. Вы в тот раз спросили, то есть здесь имеется в виду опытное столкновение, то есть какое-то экспериментальное, когда происходит какое-то, то есть столкновение с каким-то материальным объектом, да? Но здесь он, мне так кажется, хотя так и должно было быть, иначе как можно говорить о столкновении, если предмет не материальный, но так, такое ощущение складывается при знакомстве с его трудами, что он подразумевает в данном случае нечто другое. Как, например, в данном случае он сравнивает абсолютно необходимое бытие как субъекта, то есть субъект, который является абсолютно необходимым бытием, например, сравнивает с треугольником. Да? То есть он говорит, здесь все понятно, здесь есть опыт. Мы видим треугольник и видим, что он должен быть, обладать тремя углами. Ну а здесь чисто априорное знание, потому что мы не столкнулись с таким предметом. С треугольником мы сталкиваемся, мы знаем, что это такое. Мы знаем, что это из себя представляет. Хотя, как бы, в случае с Богом здесь уже чисто априорное знание. То есть в случае с необходимым бытием. Он говорит, нету такого предмета, который, с которым мы столкнулись и опознали, что он как субъект необходим. А чисто из априорного знания он говорит, из этого исходить невозможно. И невозможно Курман, выводить из этого противоречия. Будете ли вы дополнять эту критику, или как бы, в принципе, на этом вы ее озвучили? То есть она... Нет, мы это не закончили еще, он еще продолжает, еще приведет другие стороны. Ну, мы, конечно же, дочитаем до конца ознакомимся с его точки зрения, чтобы и мы, и телезрители ярко себе представили, каково его доказательство. И, может быть, даже многие из наших телезрителей убедились в убедительности, осознали всю убедительность его доказательств, и таким образом обсуждение будет честным с научной точки зрения. И я, кстати, я, передавая его слова, обратите внимание, порой вижу недостатки, но я стараюсь так высказать, чтобы эти недостатки не были заметны для вас и для телезрителей, чтобы быть более честным по отношению к этой критике и к научной дискуссии. Да, вопрос просто был к тому, что прерываться на этой точке было бы хорошо с точки зрения понимания, допустим, слушающих, потому что время подошло к концу. Что ж, благодарю вас, Курбан, за встречу. Мы прощаемся с телезрителями. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.